видео по установке дверь форточка. На арочную теплицу ставим, но на все теплицы ставится одинаково. Пока торцы готовили на земле, сразу же прикручиваем дверь с форточкой. Далее, когда торцы уже установлены, прикручиваем ручку, ручка-замок, и внизу тоже. Снаружи пока не крутим ручку-накладку, она будет крутиться после установки поликарбоната. Все, дверь выравниваем, чтобы по всем плоскостям все ровненько, никаких восьмерок, никаких перекосов диагональных. В принципе, все сварено четко, но когда торец прикручиваешь, бывает, его один край прижмет больше, один меньше, и поэтому дверь не встает в створ. То есть ее подгибаем либо чуть выше, либо чуть ниже. Это редко, но это бывает. Перед установкой поликарбоната нужно удалить форточку. То есть мы ее сейчас просто открутим. Форточку открутили. Поставили в сторонку, чтобы не мешалось. Есть у нас вот такой кусок поликарбоната. Его нужно подрезать по ширине. Можно с помощью рулетки. Ну, я вот так вот его руками выставляю, придерживаю. Нужный зазор где-то пол сантиметра, сантиметр максимум. И здесь ножом по соте отрежу сейчас. Лист подрезали по ширине и прикрутили на три самореза. Два самореза по стойке, где идут шарниры, и один внизу, ниже замка. Сверху крутить ничего не надо, потому что этот кусок будет вырезаться, это будет форточный кусок. Часть, она должна быть целой, в ней не должно быть дырочек. Все, сейчас как раз. Так, снизу установлен так, чтобы он не задевал брус, и была возможность одеть торцевой профиль, если он предусмотрит комплектации. Сверху он чуть выше, это ничего страшного, это мы потом будем все исправлять. А сейчас вырезаем форточный кусок. Так, кусок вырезали, горизонт режем чуть ниже пол трубы. Здесь будет нахлёст форточки. Здесь вертикаль заподлицо с трубой. Одели профиль снизу, сверху. Шарниры перекрутили поверх поликарбоната. Сверху тоже. Сразу прикручиваем форточку. К форточке прикручиваем оставшийся кусок, который мы вырезали. Отступаем сверху от уголка тоже где-то пол сантиметра, сантиметр, чтобы ничего не задевало. По низу, по ширине он у нас подходит. По низу он длиннее. Сейчас мы вот этот срезаем. Также чуть меньше пол трубы. Одеваем профиля. Все, одели профиля сверху, снизу. Перекрутили шарниры. В принципе, уже законченный вид имеет дверь с форточкой. Осталось это все прокрутить саморезиками, установить ручки-накладки, чем сейчас и займемся. Все, дверь полностью прокрутили саморезами, установили ручки-накладки. Также установили ответные части. Я их делаю вот так вот, немножко изгибаю. Для того, чтобы вот где плотнее, язычок начинает подниматься. И поднимаясь, он прижимает форточку. И здесь точно так же. Раз, прижалась. И для крючка прикрутили ответную часть. Крючок вот там. Все. Дверь с форточкой готова. Здесь торцевой профиль, если он предусмотрит комплектации. Сверху он чуть выше, это ничего страшного, это мы потом будем все исправлять. А сейчас вырезаем форточный кусок. Так, кусок вырезали, горизонт режем чуть ниже пол трубы. Здесь будет нахлёст форточки. Здесь вертикаль заподлицо с трубой.
Одели профиль снизу сверху, шарниры перекрутили поверх поликарбоната. Сверху тоже сразу прикручиваем форточку. К форточке прикручиваем оставшийся кусок, который мы вырезали. Отступаем сверху от уголка тоже где-то пол сантиметра, сантиметр, чтобы ничего не задевало. По низу, по ширине он у нас подходит. По низу он длиннее. Сейчас мы вот этот срезаем. Также чуть меньше пол трубы. Одеваем профиля. Все, одели профиля сверху, снизу. Перекрутили шарниры. В принципе, уже законченный вид имеет дверь с форточкой. Осталось это все прокрутить саморезиками, установить ручки накладки, чем сейчас и займемся. Все, дверь полностью прокрутили саморезами, установили ручки накладки. Также установили ответные части. Я их делаю вот так вот, немножко изгибаю. Для того, чтобы вот где плотнее язычок начинает подниматься, и поднимаясь, он прижимает форточку. И здесь точно так же. Раз, прижалась. И для крючка прикрутили ответную часть. Крючок вот там. Все. Дверь с форточкой готова.